Всего в 7 километрах от отеля «Президент» на холме Эуганского холма вас ждет и большой сюрприз. А вокруг 16 гектаров виноградной лозы, из которого здесь делают вино, и можно, как мы с вами пойдем, и продегустируем его. Мы с господином Массимо, он хозяин этой, кроме отеля и этого хозяйства, которое называется Ивдзен. Какие сюрпризы ждут здесь гостей? Ну, siamo vicinissimi ad Abano e quindi alle terme e ai nostri. Наше виноделие находится на вулканических холмах. Мы совсем рядом с отелем моей семьи «Президент» в Абано Терме. А наша ферма – это 60 гектаров земли с богатой растительностью, лесом, фруктовыми и оливковыми деревьями и, конечно же, виноградной лозой. В этом спокойном и уединенном месте, чем-то похожем на Тоскану и напоминающий японский пейзаж, мы с большой любовью выращиваем виноград для вина. Оливки, делай мед. Наш многолетний опыт работы по приему гостей в отеле 5 звезд и любовь к Японии позволили создать здесь уникальную обстановку для гостей, ищущих уединения от бытовой суеты, но со всеми удобствами и комфортом, и дать возможность продегустировать все наши гастрономические продукты прямо у производителя. Гостей гостиницы «Президент» доставляют сюда для дегустации прямо из отеля на бесплатном автобусе. Вулканического происхождения почва, холмы, повернутые целый день к солнцу, и теплый климат позволяют нашему винограду получить уникальные качества, которые потом передают вину нашего виноделия Маэли, неповторимые ноты и букет, как Пино Неро, Бьянко, белое, бесконечное, 60% Шардоне и 40% Москато виноград. Или же сладкое, искристое десертное вино Фьордоранчо, приготовленное 100% мускатного винограда. В нашем виноделии вы можете не только продегустировать и купить вина, мед и оливковое масло, но и провести незабываемые дни в тишине в наших квартирах, которые можно снять в аренду на несколько дней и забыться на природе, поглощенный ее красотой и дарами. На здоровье! На здоровье!